Три школьника из Якутии примут участие в Азиатской олимпиаде по физике. По итогам прошедшей в Казани Всероссийской олимпиады школьников по физике сформировали окончательный состав сборной страны. В состав национальной команды впервые вошли сразу три школьника из Якутии. А сегодня в Якутске торжественно открыли 18-ю олимпиаду. Ее приурочили к столетию народного учителя СССР Михаила Алексеева. В олимпиаде примут участие более 200 школьников из 25 стран. Во-первых, мне очень приятно находиться здесь, принимать участие в Олимпиаде. У вас очень красивая республика. Главная наша цель – успешно выступить и выиграть как минимум 2 медали. А вообще, столько, сколько мы сможем. Мы участвуем в Олимпиаде каждый год. На этот раз в нашей команде 6 школьников и 2 руководителя.